Рельсу превратили в дробовик ближнего боя. Теперь вдаль нельзя стрелять? 81 урон? Настолько мало? Что? Это странно, к этому нужно привыкать. Как вот пришло такое в голову Ореху, кому там разработчикам? А может быть там реально это имба? Друзья, если хотите получить вот такой и такой танки, тогда участвуйте в конкурсе на 24 тысячи танкоин. Для участия нужно просто поставить лайк, подписаться на мой канал и написать комментарий слово «участвую». Ну а итог я сделаю на своем стриме. Желаю всем удачи. Всем привет, друзья, с вами Биг Танкс. Рельсу превратили в дробовик ближнего боя. Это не прикол, а действительно. И то, что это не прикол, от этого еще смешнее, потому что просто представьте. Рельса. Ну что такое рельса для вас, вот в вашем понимании? Пушка, которая стреляет хрен знает куда вообще, прям вот по углам, по разным, выносит противника просто издалека и делать из нее орудие, которое уничтожает только вблизи. Вот я сидел и думал, ну как вот пришло такое в голову Ореху, кому там разработчикам, что получается, смотрите, вот я подъезжаю, да, вот впритык, наношу, бамс нахрен, о, нифига его колбас, 724, еще раз для проверочки. Прям впритык, 724 урона. Прям близко. 724 урона. Все, мы уяснили. Теперь тот же самый мамонт. Я отъезжаю немножко подальше. И стреляю издалека. И проверяем урон. То есть тот же самый мамонт. Стоп! Ты что? Что это? 181 урон? Что? Настолько мало? 181? Ух ты ж его... А что его так? Я так не должно переворачивать. Что-то его какой-то... Колбас, расколбас. Но вблизи сколько раз? 6 раз больше урона? Чего? А... И ладно, когда из молота среднего боя сделали пушку дальнего боя, окей. Но из рельсы делать дробовик. Дробовик из пушки, которая стреляет, блин, вдаль. И просто по птицам, по воробьям, серьезно. Ну, я не... Это надо тестить на прям вот на реальных игроках, в бою, матчмейкинге и проверять. А может быть там реально это имба? Погнали! И, кстати, вы лайк не забыли поставить? Лайк, подписка. Так, я уже в бою и для честности эксперимента снял дрон и так далее. Короче, чтобы все было чики-пуки, пуки-пуки. С кризисом мы это, конечно, проверим, но можно без него. И оп. Так, стоп, подождите, а этот чел не... А, о, этот чел, по-моему, появился. О, о, этому 200, тому что-то там 900, да? Слушайте, ну вблизи, в принципе, блин, ну кот, правда, еще бегает мне немножко мешает. Но ничего страшного, это тоже нормально, это тоже некие преграды. На нахрен, слушайте, ну без дрона я наношу такой большой урон. По-моему, это реально достойно, это реально годно. Мне кажется, вблизи, конечно, это круто, но только понимать, что... Рельса, ну как бы, блин, я понимаю, как стрелять с рельсы, как управлять этой пушкой и так далее. И то, что мне нельзя стрелять издалека, меня немножко это выдает мне какие-то эрорчики, ошибки в голове. Господи, моей предновогодней голове. И я не знаю, блин, это странно, к этому нужно привыкать и... не знаю, опять же, как у разработчика пришла такая идея сделать из пушки дальнего боя, как бы, блин, ладно, дальнего боя, рельсы, из рельсы сделать молот, типа, ну, средне-ближний бой. Это жесть, ну, честно, это какая-то жесть. Но если это действительно прям суперэффективно, то, блин, я бы катался, наверное, если бы это было очень эффективно. В принципе, я почти шочу, кстати, челов, надо будет резисты какие-то подобрать. Вот издалека, что я сделаю? На тебе. Ну, 525 урона, капец, просто челы с двойным уроном. С овердрайвом наношу, блин, 500 урона. Какого хрена? У меня МК-8 рельса. А вот вблизи... Это странно, но прикольно. Но это странно. Это странно, но это прикольно. Капец, просто ваншот. Слушайте, а может быть это устройство предназначено для таких сочетаний? То есть ты берешь какой-то мамонт тяжелый, да? Приезжаешь на вражескую респу и просто вблизи катаешься, и как с дробовика, с огромным здоровьем и так далее, просто всех разносишь. То есть это примерно вот так. Как бы у меня много хп, я вблизи всех шочу. По-моему, это гениально. О, кстати, я бы хотел этому молодому человеку вот туда бы гранату кинуть, так, по приколу. Добрый вечер, что случилось? Опа, так, ну, в принципе, я, кстати, поставил обратно кризис. Я думаю, что будет тоже интересно. Но здесь вот карта как будто бы супер огромная. И вот рельса здесь супер круто себя показывала. Но
понимая, что ты играешь с дробовиком, то это ужас. Это то же самое, что зайти на молоте на эту карту. Или, я не знаю, на какой-то еще пушке ближнего боя. И с той стороны пытаться вот сюда как-то достать, блин, с, не знаю, огнемета или из чего-то еще. Это странно, это очень странно. Так, кстати, я на каком... А, ну на таком расстоянии еще какой-то урон проходит адекватный, в принципе. Ладно, окей. Не так уж все и критично, хотя бы хоть как-то. То есть, чем дальше расстояние, тем меньше урон. Чем ближе враг, тем больше ему пройдет урон, соответственно. В принципе, окей. Так, давайте я подберу вот этот вот, вот этот вот, 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 вот этот орех. И, пожалуй, я бы его пошел бы... Доставил бы вкусно, нежно. Но сперва можно поздороваться с вот этими молодыми чебупелями. Добрый вечер, добрый вечер. Эй, молодой, молодой, что такое, что такое? Давай, 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 ползи, каракатица ты. Ухо, я только что чела убил, при этом не включая двойной урон. Просто захерачил, засверлил молодого. Ё-моё, нифига, ну, слушайте, это вкусно. Блин, ну я потихоньку начинаю понимать суть этого данного устройства. Точнее, я, блин, его понимаю, но в голове моей что-то не воспринимает. То, что, блин, рельса, рельса, это же рельса. Что с тобой, рельса? Что с тобой? Как ты так заболела? Кто так-то с тобой поиздевался так жестко, блин? Орех или не орех? А ну, вблизи. Бэмс! 2730, не знаю, много это или немного. Иди сюда, мамонтиха, на тебе. Ну или же играть с оптимальным корпусом, это какой-то викинг. То есть он средний и такой бодрячком. Тут даже не пришлось двойной урон включать. Ну и в принципе нормально. Нормально можно и по скорости двигаться. И по броне тоже более-менее пойдет. Так, ночная карта у нас здесь, собственно. Подъезжаем и просто даже без двойного урона, а он с броней, я его просто шочу. А вот этого чела, я думаю, с дэшки можно тоже вынести. И просто так вот по базе вражеской вот так вот бегаешь и просто наносишь урон. Я так понимаю, что мне вот этих васпиков можно даже без ДДшки выносить. И вот так вот заезжаешь чисто на вражескую базу, ну и уже делаешь грязюку. В принципе, нормально, можно еще оверочку подрубить. И тут уже вообще никому не выжить, кто издалека и изблизи. А сильно страдает, если вот издалека вот так вот херачить челов. Давай, давай, давай. О, сюда. Так, бимба мне поможет. Бимба к нам приходит, суету у нас тут наводит. Отлично. Давай, до свидания. Не, прикольно. Слушайте, что-то мне, когда я только выбил это устройство, показалось, что это какая-то фу, дичь. Как такое можно было придумать? Но вот опять же, смотрите, я стреляю в чела, должен был его ваншотнуть с ДДшки, с кризисом. А я его не убиваю. Ну, это странно, да, опять же, блин, к этому так надо привыкать. Но это все равно прикольно. Это... Ты шо, мне сбил прицел, чел? Давай. До свидания. Кичбельбек, чебурек, блин, ну ё-моё. Так, стоять, стоять, стоять. Мне нужно дожить до аптечки. И там можно будет снова раздавать очень даже неплохо. Так, тихо, тихо, тихо. Только не упади, пожалуйста, аккуратно. Здесь очень скользко, здесь очень скользко. Не упал, тогда улетай дальше. Так, и давайте мы повыносим тех, кто вот с овердрайвами, потом вынесем... Так, кто тут еще сзади? А, я прям на респы! А, слушай, а если прям вот так вот, прям на респы приезжать к челу, так вот, добрый вечер. И просто с респов всех выносить. Блин, там еще гаусс вонючий. Нет, не включай, не включай овердрайв, нет! Ай, как я не успел стрельнуть! Не, ну в целом ощущение, что ты под ДДшкой выносишь вообще любого вблизи. Это дает какой-то уверенности, что ли. То есть, как, пока там перезаряжаешься, чел тебя бьет, но потом ты делаешь один выстрел, и он уже такой прям, ну, достойный, достойный, вкусный. Ну да, вот примерно вот я об этом и говорил. То есть, это, в принципе, реально, это замечательно, это впечатляет. Поэтому, ну, я ставлю лайк данному устройству, хоть оно и странное, но это лайк. Куда ты там долечишься, Василий? Ну куда ты издалека, блин? Ну смотрите, ля, какие куропатки, блин, стреляют по мне. Тихо, 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 тихо. Стреляться. А, я успел. Я успел, я успел. Тихо, 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 тихо. Просто сижу здесь в конуре. Не попади! Не попади! Пинвин, ты златоусый. Ай, как? Как ты меня убил? Ну ладно, ладно. В принципе, 63 к 9. В целом меня устраивает. Устраивает, только почему-то мы флаги не возим. Мы, по идее, должны возить флаги вместо того, чтобы здесь в носу ковыряться. Но да ладно. Ребят, не забывайте участвовать в конкурсе на танкоины. Если хотите получить вот такое устройство. Ну что ты делаешь, косоглазый, ты пингвинга говнокрылый, блин, ну писец. Так, в принципе, вот этот вот чел еще тут постоянно сидит. И он эту аптечку пасет. Мы его немножко расстроим, потому что аптечку мы эту забираем. Ну и с дробовичка можно вот повыносить вот этих вот молодых, как будто бы вот эта вот позиция на этой карте очень-очень хорошо себя пока. Давай бомбочка там. Бомбочка тоже могла быть здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, господа. Ой-ой-ой, здесь можно еще оверочку подрубить. Вот так вот аккуратно. Сколько у него ракет?
целом достойно, я считаю, очень достойно. Вот он, дробовик, капец, сколько всего, блин. Снаряды, крупнокалиберные, пульсары, поджигающие, замораживающие, оглушающие. Господи, просто море, море, а теперь еще и дробовик. Ну, короче, друзья, такой вот обзор данного устройства. Пишите, как вы вообще, что думаете, что у вас в голове после просмотра вот этого. Прожимайте лайк, если вы тоже в шоке с того, что уже вели дробовик на рельсу. Подписывайтесь на канал, много кто смотрит без подписки, это очень печально, поэтому подписывайтесь, и будет больше роликов и больше розыгрышей на Танкоин. С вами был Биг Танкс, всем удачи, всем пока, друзья.